Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 34-й серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ранее мы увидели, что Доге трудно поверить в некоторые вещи, которые делает ее любимый муж Фатих. Семья Омера узнает его секреты. Они не верят в то, что какой-то человек, как он, мог быть замечен в чем-то подобном. Кавелджим переживает за свою дочь, но очень волнует ситуация, в которую девушка оказалась втянута, и в которую, как оказалось, был втянут еще и Омер. Дога больше не может выдерживать жизнь в такой консервативной семье. Девушке тяжело, она морально вымотана и считает, что скоро наступит ее конец. Когда девушка выезжала из дому, она попадает в небольшую дорожную аварию. Парень ни с того ни с сего оказывается на дороге и врезается в ее машину. Уставшая девушка не может решить это спокойно и ругается с юношей. Когда девушку подставляют, Кавелджим не намерена оставлять это дело просто так. Успокоив ссору, она забирает дочь и вместе с ней едут в дом мужа. Девушка требует, чтобы Фатих открыл ей дверь. Когда дверь открывается, на женщин накатывает изумление. Премьера 34 серии турецкого сериала «Клюквенный щербет» состоится 13 октября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.